Сегодня будем кивать паки. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. И погнали. Я покажу первые, какие у меня мои карточки. Смотрите, у меня есть здесь. Роналду. Очень много легенд. У меня здесь легенд очень много. Кумиров. И мы будем кивать кумиров. Вот будем кивать кумиров. И будем такие кивать. Ну и, как всегда, гравно здесь. Эти будем кивать. Давайте теперь я этот кубок, потому что этого кубка можно купить. О, кто это? О! Какой-нибудь. Ну, почти, думаю, Роналду выбрать, но нет. Кто мог кто быть? Да вы чё, Саша? Ты можешь дать мне этого, блин? Ну мало ездит в этого. А пошли мы говорить, что. Домой, я смотрю, что. О, это будет легенда. Или кумил. Какой-нибудь выглядит. Ну, как нормально, какая-нибудь пойдет. Такой, как будто у него аккаунт. Так. О! Это какой такой будет. А хочешь у него будет? Давайте всем осенью. Ну, 86-й ранчик, это не осень. Такое крутое. Ты ему давать это что-нибудь за это этому кису. Ну, с детский выглядит, стопудово. Да, тебе будет либо маленький, либо как считай какой-то крутой. Просто. Я его сегодня сделаю. Кто это? Давай, так. Покинемся пак, может, дождём, типа, два пака сбиваем ещё, избавиться, потом вот в этом. Да почти! Он говорит, это вам не, это бог зовут вам. Ну, я бы просто давно его запутался. Кто знает, какое я имею в виду, напишите в комментариях. А ну, падает. О! Опять же, если кумир убит. Да-да, а нет. А не, а может, лучше. Ну, как говорится, с паком выпадает, да, нет, что я купа синий. О, Юмани, это первая легенда нас выпустит. О, Кумил, Юмани, с этим нас будет. Вот, такие вам. Пак, этот пак нам дает. Я видео снимаю. Вот тут одного. Ну ладно, это скудный пакет. Давайте, знаешь, какие отклоны? Давай, знаешь, мы потом эти отклоны. Знаешь, какие отклоны паки? Ну, скажешь, да какие-то большие есть паки. Ну, вы поняли, паки, типа, что не кивать, это паки. Вот такие паки. Такие, что это? Это говно. Давай их затягивать. И легенды выпадают. Давай, знаешь, кого нам... Его. А, больше не будет, если его... А вот здесь и будет у нас вот этого, ну. Ух, хрень, ё-мо. Да это подугали, бать, чё, больше нет. Давай, знаешь, какой мы обычный купим? Я буду только обычный герой, я не хочу его других. Его убьём. Так, ну тут... Вот он и будет, могут, но я его, потому что у него хрень хороший антик, как и со всех игр лучше. Лучший антик будет у него, потому что он лучше этих всех, он высоко сдвигает. А вот тут он будет, либо вот на этом вам. И последний нас, какой я вам взял пока, вот эти паки будем. Кстати, будем в русские и эти. Ну и французские. Ну, всегда же давай откроем вот этот пак. Ну, по-другачки, где можно выбрать нам Роналду стопудовый. Ну, пока нам выпадает ничего. С этого говнища. Да, она пусть. Ну, такие, да вот нормально, давайте нормально, дайте нам. Давай боже, свечение нормальное. Кто это? А, это у нас может быть, ну, такой. Ну, ладно, я не знаю, давай, знаешь, что сделаем? Да мы будем играть, мы будем открывать, давайте вот эти паки. Вот, давайте вот эти. Тут будут крутые паки, можно как-то новый быть, новый падать.
Ну нафиг ты выпал, идиотина ты. Нахрена ты выпал? Попадает, блин, толкает, думаю, все всеми человек. Да, блин, это у нас будет кумел. А, не, а кролик будет. Ну, вроде как, если какой-то на кролик будет. О, не, я что-то позвольте не имел. Да подожди, дай мне какого-то нормального игрока. Кумел будет. А нет, кто это? Ну, мальчик, если будет, что-то. Так я знаю, раньше будет не себе. Не даже на нормально, он что за пан какой-то странный, окей, может кого-то. А тут будет кажется кумел. Да, а кто это? Ну, экипаж вот эти паки невозможно. Давайте такое эти будем. Давайте их откроем, можно кто выпадет. Франция. Хуйню. Ну, как... Последняя моя чекунева полная, как вы думаете, поняли, по чего я говорю, поняли? Германия. Кто это? А это не говорит, это будет лучший игрок его. Я... Кроме легенды, надеюсь, на самом деле... А, давайте мы будем на него быть пугаем. Ну, радуйся, радуйся. А это кто такой? Что такое за игрок? Игрок, тра-та-та-та, игрок этого тра-та-та-та, ну я не знаю, ну что за говнё, ну чё мне попадает, как будто эти вас какие-то просто помой. Ой, это нас просто, ладно, упадает здесь какой-то тайник, какой-то странный, я угадал, тут надеяться на хрень только можно. Ну кто? Ну удивительно, сколько он будет. Да, это будет 191, да? Угу, так и будет, это просто игра. На три буквы посырает. На три буквы, ну как это игра, даже на четыре буквы. Кто это? Ну намок нормально. О! А нет, а что, у него что, две команды стоят? У этого игрока какой? Сити. У него что-то две ой, ё-ма, куми может быть, чтобы два. Ах, подожди, посчитай это самое лучшего, кажется, в команде у них. О, да. Так, какие хрен, закрываем ещё два пака и на ту пак. Первый пак закрываем. Германия опять. И кто это? Кто это? Что это за игрок будет? Ну, такой сейчас, извиня, крутой. И последний, последний пак. Последний пак, какой-то там крутой будет. Бразилия? Нет. Чё, кто это? Это у нас средник? Ага. Давайте поймем, какие у нас... Какой у нас карточек у них? Ой. Вот такие уже какие выпали. Так, что пошло? Давай посмотрим, какие карточки. Нет, вот эти. А, вот мы пошли смотреть. Так, по странам, на полигам. Ну, у нас это слева кумилов. Ты знаешь, кумилов надо быть. Вот кумилов. Кумилов у нас здесь. Ну, кумилов у нас очень много. Не пришел кумилов. Ну, так, слизь не сильно. Давай поймем, сколько кумилов еще поймем в интай. Давай поймем. Вот, убираем этих, ну, психиков. Мы же будем... Так,
Так, охрените. Давайте 90 возьмем. Да. Теперь берем самого лучшего игрока. Это он. Самого лучшего игрока. Это... Ой, ё-май гад. Его... Нет. Его... Ну, я старался, чтобы пацаны свои нормальные. Ну и такой. Оцените это и в комментариях, как он вам. Как думаете, такую команду тут победит? Не знаю, вот эту команду никто никогда не победит. А мой победит только останется 0-0-0-0. Давай, знаешь, чувак. Знаешь, мы же будем делать. Что? Мы... Ладно, это не важно. Ну, так. Так, давайте, знаешь, что сделаем? У него миллион, да, что такое? Вот, миллион. А что, если мы его сейчас протяну делаем? Свою. Знаете, мать, у него может быть вот один. И плюс еще один. Здесь один, и здесь будет один, у нас будет одинаково. А нет, такой вот, что никто никого не купит, ну ладно. Так, купить, потому что надо там... Так, давайте скидывать паки, вот как сказать, последний, да, скидывать какой-нибудь. Откроем под вот этих паков, под какой-нибудь, и потом откроем три пака легенд, ну и всё. Франция. Ну, что же говно будет, куда вы будете, нам как оно... Ну-ка, соседний игрок пойдет. А что, скачивайте, я вам все включаю в эту игру, на игру оставлю. О, в пять Франция. Два раза Франция выпала. И кто это у нас? Это у нас... О, почти 90 рентик, вы что? Это не считается, это же... Вот этот пак будет считаться. Это я говорю, не мамина, просто вот эти пак у нас. Вы чё, совсем там охренели, блядь, что, лес, не охренел. Ну, вы знаете, а я три пака легенд. О, жёстко будет, три пака, первый пак. Хоть бы это не было, хоть бы это была сия. Нет. Кто это? Хоть бы быть большой, пожалуйста. Ну вот, у меня он нарезан, я его получу второй, а нет, он у меня. Это за два пака открыть. Два пака. Опять мой будет он. Ты что, что еще? А почему он тоже сразу будет, да? Кто-то. Ну, с таким этиком можно играть в команде по Ну, я ничего не имею, пошка, просто. Я ничего не... Чего? Вы не офигели там? Да. За всем пока... Ребята.